Европа не может быть в безопасности, пока Россия владеет ядерной оружием. Я уже и в этой аудитории, и на других там телевизионных передачах говорил, что первое, что надо сделать, это смести Британию, вообще просто стереть ее с лица земли. И в принципе, по сути, этого все закончится. Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї розкритикувала заяву Путіна про те, що Кремль домовився із мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим ніж глобальною проблемою. Це допомагає Путіну прикривати свою поведінку. В міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї заявили, що Путін виправдовує небезпечну ескалацію тим, що, мовляв, країни НАТО десятиліттями обмін. Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. После визита Си Цзиньпиня в Москву, который породил огромное количество новостей, реакций, и которые находятся в фокусе внимания всех мировых СМИ, топ-событие номер два – это, безусловно, реакция российской пропагандистской машины на заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Напомню еще во время визита Си Цзинпина в Москву замминистра обороны Британии заявил о том, что вместе с британскими танками Challenger 2 нам будут поставлены снаряды с объединенным ураном. Естественно, никакого отношения к ядерному оружию, к тактическому ядерному оружию все это не имеет. Тем не менее, Кремль воспользовался этой ситуацией достаточно неуклюже, неумно, и неловко для того, чтобы объявить о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Ну, казалось, они просто выискивали повод, поскольку, согласно данным западных разведок, это самое тактическое ядерное оружие в Беларуси могло быть размещено еще летом. И Кремлю нужен был какой-то любой повод, удобоваримый для легализации этого факта. И, собственно говоря, этот факт Путин лихорадочно искал, но ну и таким образом он нашел. Я просто объясняю смысл всей этой шахермахерной махинации, которую он реализовал еще раз повторю, не очень умно, не очень умело. Понятно, мир не верит, но тем не менее скандал получился огромный. Первым выступил, как мы помним, картофельный дучь Лукашенко, который заявил о том, что как под копирку практически то, что ранее заявляли Лавров и Путин с перепуганным видом. Ну, понятно, что картофельного бункерный прижал к стене, у него не было другого выхода. И Лукашенко с дрожащим голоском таким заявил о том, что раз вы так плохо поступаете, с Россией. Россия по нашей просьбе теперь может на нашей территории разместить уже ядерное оружие. Что, собственно говоря, и произошло. Я имею в виду объяснение заявления российской стороны. И сам Путин, я сейчас расскажу, как это все заявил. Ну, а теперь мы видим череду заявлений международных лидеров, которые говорят о том, что речь идет о нарушении договора о размещении ракет средней и малой дальности и Путина призывают вернуться. Ну, звучат это все как минимум наивно призывы, вернуться к выполнению этого самого договора, но понятно, что ничего подобного Путин делать не будет. Итак, в ответ на заявление Эннебель Голди, сначала Лукашенко, а затем и Путин, заявил о том, что до 1 июля 2023 года на территории Республики Беларусь закончится строительство хранилища для хранения тактического ядерного оружия и якобы все это произойдет по просьбе, естественно, белорусской страны. Россия э, помогает переоборудовать самолеты для применения тактического вооружения и передает ракеты Искандер. Ракеты Искандер, которые Россия производит сейчас, ну, в общем, такими э, крошечными темпами шесть ракет в месяц всего лишь собирается, они достаточно истощили их запасы в течение последнего года. Путин заявил о том, что с 3 апреля они собираются перейти к переобучению экипажей, строительству этого самого хранилища, но сказал, что мы не передаем Беларуси наше тактическое оружие, но разместим его и научим военные, как США в Европе. Но здесь сразу несколько фактов лжи, просто вранье, на вранье, то есть, во-первых, США в Европе размещают оружие, но никто его не передает. Он говорит, мы не передаем, но разместим и научим военных. Американцы размещая свое вооружение ядерное в Европе, они не обучают местных военных, они не передают им, оно находится исключительно под контролем Пентагона. В данном случае Путин использует лживую конструкцию о том, что мы обучим военных в Беларуси, разместим его, но передавать не будем. То есть, а зачем тогда обучать белорусских военных? это логический вопрос. Путин заявил также о том, что Лукашенко давно просил, давно, оказывается, просил размещение тактического ядерного оружия, просил так, что мы этого не помним. И тут дрожащим голоском Лукашенко попросил, оказывается, потому что США, это я цитирую Путина, давно размещает его в ряде стран. Но еще раз напомню, он размещает в ряде стран, как сказал Путин, исключительно на основе двусторонних договоренностей. Во-первых, потому что они являются членами НАТО. И во-вторых, поскольку есть Международный договор о ликвидации Ракет средней и меньшей дальности Который собственно говоря Россия в данном случае Нарушила, она из него вышла В одностороннем порядке Она его отрасторгла Произошло это в феврале Еще минувшего года поскольку тогда он заявил о приостановлении, поскольку это является разрушением международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе. Это я уже цитирую президента Франции Макрона. Макрон, тем не менее, осудил заявление Путина о соглашении между Россией и Белоруссией по размещению ядерного оружия и призвал Россию проявить ответственность, которая ожидает от ядерной державы и выйти из этого дестабилизирующего Соглашение. Заявление Путина датируется вчерашним днем, 25 марта. Жозеп Барель, глава европейской дипломатии, видит в этом угрозу европейской безопасности. Ну, я сразу скажу, что не только европейской безопасности очевидно. Поскольку размещение там ракет Искандер, а также других, ну, Путин, Путин упомянул только Искандеры с радиусом действия до 2600 километров. Но никто не говорил о том, что эти ракеты будут угрожать только исключительно странам Европы. Они точно так же могут угрожать и странам Азии. Учитывая то, что Путин всегда любит врать и не договаривать относительно тех типов ракет, которые могут оказаться. Например, те же калибры. Естественно, Украина потребовала собрать Совет Безопасности ООН и послать четкий сигнал Лукашенко в ответ на это скандальное заявление Мид Украины отметил, что намерение России разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является провокационным шагом преступного путинского режима. обращается к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений. Ну, обращаться это, это как, условно говоря, призывать. Глухого к обедне, поскольку это самое белорусское общество, активная его часть находится за пределами Беларуси, либо брошена в тюрьмы. А та часть, которая находится, безусловно, на свободе, пока находится на свободе, она не способна, конечно, никаких э, акций, шагов относительно недопущения этого. Розміщення реалізувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.